Любой пожар проще предупредить, чем тушить, уверен Сергей Жиров. Сегодня он получает ведомственную награду. В пожарном надзоре Сергей работает уже 13 лет. Считает, чтобы предотвратить трагедию, главное найти отклик в умах жителей. Проводим двойную, тройную работу в выходные, в праздничные дни. Она направлена на ограничение нарушения граждан, которые могут повлечь за собой возникновение пожара, а соответственно жизнь, травмирование людей, материальный ущерб. Донести до людей правила пожарной безопасности, провести профилактическую беседу. Благодаря работе сотрудников ведомства каждый год в регионе на 10% снижается количество возгораний. Тех, кто к требованиям безопасности относится халатно, наказывают рублем. Штрафы могут достигать 200 тысяч. Количество природных пожаров меньше, чем было в прошлом году, и мы продолжаем с вами выполнять свою работу. Большого ущерба, масштаб которого может быть несоизмерим, его не происходит, потому что предупредительная работа, она является основой недопущения пожаров. В честь юбилея награды получили сотрудники Госпожнадзора со всего региона. Для них прошел и праздничный концерт. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».